Сейчас задача мягко работать. Я вот этим захватом должен защититься от его ударов. То есть я сам отсюда, в принципе, могу ударить, да, и локтем, да, я сам могу ударить. Но сейчас партнер слегка работает, только локтями аккуратно, пытается вот сюда, вот сюда. Если я в захвате не работаю, то 1-2 удара я получил, я полетел, все, я проиграл. Поэтому сейчас мягкая манера. Он пытается меня бить, я закрываюсь захватом, закрываюсь, вот таким образом. Закрываюсь. Не даю ему ударить меня по лицу, по корпусу. Как работаю в захвате? Смотрите, он бьет сверху меня. Той рукой. Он бьет снизу. Этой пока рукой. Эта рука потом будет. Вот, ага. Захватил. Раз, два. Раз, два. То есть задача, чтобы вы реагировали захватом на его удары. Эта рука. Если получится прихватить, хорошо. Если не получится, вы просто контролируете плечо. Защитился и пошел бросок. Вот такая работа. 3 минуты каждый.